В это сложно поверить, но вот так выглядит вегетарианец. Точнее, бывший вегетарианец. Этот парень проделал большой путь от поедания авокадо и продвижения сыроедения в массы до объедания просто невероятным количеством жирнейших наггетсов в мире. Yes, we... И однажды он выпустил ролик под названием «Я больше не веганский ютубер». И спустя несколько лет, глядя на это тело, никто и не подумает, что он когда-то ел просто овощи. Его канал «Никакада Авокадо» можно смело переименовать в «Никакада Нагетсада». Просто, чтобы вы понимали, он наел уже на 3,5 миллиона долларов. Когда он преодолел отметку в 160 килограммов, ему подарили весы с озвучкой. You are a liar! А всему виной, как считают многие, мукбанг. Это такой жанр видео АСМР, где люди просто кушают еду на камеру. И едят они много. Я бы даже сказал, охренеть как много. Конечно, в большей степени такая гора еды в кадре для привлечения новых зрителей, кликбейт и для сочности картинки. Но вот что интересно, Никакада отказался от вегетарианства, потому что сказал, что у него были проблемы из-за такого образа жизни. И сейчас он говорит, что я буду лучше заниматься мукбангом и съедать за одно видео 1000 калорий, чем быть вегетарианцем или веганом. Но другой вопрос, который интересует многих, и им задались психологи. Почему другие люди это вообще смотрят? Представляете, они получают удовольствие от того, когда видят, что кто-то ест нездоровую пищу. Это еще такое некое застолье, что когда люди кушают, они включают вот такое видео тоже, чтобы где люди другие кушали. Ну вот так. И авторы мукбанга, помимо того, что они едят еду, вот эту вредную, нездоровую, они еще делятся какими-то своими проблемами или просто рассказывают истории из жизни. Что делаете? У меня гречка, пол ложечки майонезика. А что касается Никакада, то он с каждым новым взвешиванием прибавляет по 20 килограммов. И парень совершенно не понимает, откуда берется новый вес. Ведь его коллеги, такие же, как он, ребята, едят и не толстеют. Он считает, что это как-то связано со стрессом, потому что парнишка очень-очень эмоциональный. У него постоянно в каком-то видео там нытье, то ли агрессия, то ли супер какие-то непонятные эмоции. И при этом он съедает очень много еды. Прям невероятно много еды. Он сообщил подписчикам, что если он будет весить 140 килограммов, немножко опустится, то он всецело займется своим здоровьем. Но потом, спустя совсем немножко времени, он пришел к тому, что ему вообще не нужно худеть. И ему нравится выглядеть вот так. Друзья, у меня к вам большой-большой вопрос. Я вегетарианец, уже 5 лет. И если вдруг меня вот так вот раздраконит, я стану таким большим биг-тайфуном, как вы к этому отнесетесь? Я даже не могу представить. Но так или иначе, ребята, вы берегите себя. И я вам желаю не допускать такого. Деньги деньгами, АСМР, АСМР, но здоровье — это такая штука,